«Основы цифровой валюты» из Кембриджа. Кембриджский университет Великобритании опубликовал 114-страничный справочник «Исследование глобальной проверки криптовалюты», цитирует Cointelegraph. Исследование было создано доктором Гариком Хиллиманом, старшим научным сотрудником Кембриджского центра альтернативных финансов и научным сотрудником центра макроэкономики вместе с ассистентом по исследованиям в Кембриджском центре альтернативных финансов Мишелем Раучсом. Руководство содержит многие социально-экономические анализы, основные анализы криптовалют, бирж, распределение отрасли. Также многие известные криптокомпании, такие как Bitfinex, Bitpesa, Coinbase, Jax, Via, BTC и многие другие участвовали и внесли свой вклад в это исследование.